В общем, да, что, грибов не видели, что ли? Вот все вы видели. Просто это пирожок. Это трюфель. Трюфельные грибы. Ты грибик набачила, это вы разумеете? А вон с грибом. Да. О, боже, я хоть не на гриб наступила. Кости гриба просто. И все. Аби його не налякать, коли я його побачу, бо я ж буду верещати. О, господи! Чи болить? Красотень ляпотень. Є де посидіти. Где там озерце должно быть? Чого? Там є на карті? А, то с другой стороны где-то. А, то мы трохи дали. Это нам назад надо. Ну пошли в козе. Как всегда, проблема с памятью на телефоне. И вот. Нашли такие грибочки. В общем, что я хотела сказать. Это вообще самый кайфовый парк за все время, сколько я здесь была. Мы были в очень таком большом, классном, конечно же, я не помню название. Природа, так везде все. Но этот почему-то такой на грани, что здесь не только можно погулять, но и позаниматься. Что-то мне так кажется, он такой какой-то пышет знаниями. Не знаю, насколько удалось мне передать мысль, но здесь прям очень приятно. Опушки такие. Я себя почувствовала здесь, как в Киеве. Мне почему-то так показалось, хвойный лес. Вот на лесном массиве я еще жила. Мне очень напомнило здесь природка, так по ощущениям, вообще в кайф. Ой, я действительно вижу там озеро. Так. Карта. Обозначение, где мы. What? I'm here! Запах воды. Как необычно. Ух ты! Да. Вода такая. Как бы здесь не помешала мне шапочка. Да. Природа во всей его красе. Погуляли. Да. Да, мне понравилось. Ель такая. Красивая, односторонняя, правда. Почему-то с этой стороны нету веток. Отпиляли, что ли. То есть я говорю, не надо кричать, потише себя вести. Что? Что ты скажешь? Молодый ты на... Ты гля. Пташок хотів налякати, чи що? Так. Ось такий парк. Але він трохи інший, ти поглянь. Ти поглянь, вона природа, вона дивує. Ти грибів не бачила, ви розумієте? Так, в нього тут щось згори було. Треба, може його це захищало від сонця. Моя шклянка банка, я її тут не лишаю. Не думайте. А знаєш, що мене хвилює? Що я так можу йти і десь буде ведмедь. А, ні? Ну я така обертаюся, а він там за грибами йде. О, так раз, вже закінчилося. Слухай, ну ти дивися, де ми там запаркувалися. І що? Ще цікаве, тут є пісок. Жовтий пісок. Я скажу так, що тут, окрім глини, нічого немає. Немає ніякого чорнозему. А тут є пісок білий. Білий пісок. Ну, жовтий такий. Ну, та такий звичайний, як в Україні завжди. Типу такого. Що ти кажеш? Що? Для чого? Ой, слухай, тут хтось шаруднув. Аби його не налякати, коли я його побачу, бо я ж буду верещати. О, господи!
добре. So, I mean, it's just a basic disc, basic frisbee, and the only goal is to throw it into the basket. So all these cement pads you guys see are the tee pads, and that's where you're supposed to throw it from. And it's a whole course out here. There's 18 of them. So you just walk through. It's like golf. Golf, like with just a normal golf club, but with frisbees. I play like every single day, so I'm trying to get better. But there's some people, they do tournaments. So it's like a whole weekend activity thing. It's pretty fun. Okay. It's 12 point. Yeah. That's your 12. That's just the 12th basket. Yeah. Okay. 18. Наконец-то до меня доперло. Прикольно. Cool. Show us, please. I might miss now. I got so much pressure. It's no problem. So that's cool. That's the goal. And your next stop will be 13? Yes. Okay. It's right there. Thank you so much. Yeah, so you guys have been here. Mark. Oh, все, okay. Вот, все, давайте снимаем. О, он, смотри, как далеко закульнул. Охренеть. Короче, смотри. Он знает возле чего. Он возле. Иди сюда. Два, но, наверное, у меня тут все. Был проблем. Все, вот. Это 13-я лунка. Это как в гольфе, лунка. Он рассказывал. Их там около 19, он сказал. 24, нет. Много их там, потому что я видел. Мне казалось, он сказал 19-е, ладно. Ну, ладно, не суть. И ты, получается, ходишь по парку, кидаешь, и вот у тебя там 220 фунтов, 367, и как ты попадаешь. Угу. Короче, приколдовать. Да, вот тебе такой спорт, отдых, чем можно заниматься. Очень необычно. Все, короче. Надо... Едем за фрисби? Надо на выходные. А сколько надо фрисби попасть в эту штуку? Один. Одну? И ты переходишь дальше? Ну да. То есть ты просто ходишь с этими фрисби, сколько ты хочешь имеешь, просто стоишь на этом месте и кидаешь там. У тебя есть три штуки, ты кидаешь три, там одна последняя попала, ты переходишь дальше. Но потому что он кинул одну, второй попал, и он такой все свернулся, пошел дальше. Ну правильно, он пошел дальше. Ведь я так понимаю, надо посмотреть, может... О, вон смотри, одинокий грибок. Я его вижу! Со своим зрением я его увидела издалека. Просто зрение. Топчик на красные грибочки. Класс в том, что камера передает абсолютно такие цвета. Класс вообще. Не скучно ли тебе здесь? А вот еще справа, смотри. Эти, да, тоже хороши. Они ничем не хуже. Я думаю, вот. С этого будет прям еще вкуснее еда. Эти. Фокусируйся. Алло. Прям вообще вот. Укрытие для беженцев. Укрытие. For refugees. Да, вот и дом. Вот еще кто-то грыз. Кто сишовик, азбилочка. Вот пропадает грибочек. Эу. Так, это тот момент, когда я говорила, откуда медведь выбежит. Это ли не норка для медведя? Что? Ты еще что-то увидел? Черные грибы. Грибы. Черные грибы. Но они скорее брауни. Браун. Это трюфель! Трюфельные грибы! А вот о, эти. Смотри, гребешки. Вот, ёжики. Что? Слушай, тут вот. Грибочек. Так. Вот с дырочкой. Он дышит. А вот. Розовый. Алый. Алый, да? Вот с дырочкой. Боже, в него ветка влучила. Что-то... Запечалилась, видимо. Вот, малыш, смотри. Да, я видел. Ой, он тут подвял, ему тут тесно. Давайте его погладим. Нормально. Ой, он такой странный был на ощупь. Кто-то мусор бросил. Что? О, да, вон полянка просто грибочков. Вот, 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 о, господи. Надо под ноги смотреть, вот грибочек. Да здесь грибов куча. Офигеть, сколько грибов. Вот просто. Смотрите, понимаете? Что? Высокий. Это вот этот? Прикольный вон, смотри. Да, и вот. Мне кажется, мы просто пришли тут грибов поснимать. Ну, за фрисби, конечно, узнали интересно. Вот еще. Найди меньше для... вот этого, Алена.
меньше вот этого найдешь. Ой, какой петито! Кто найдет меньше? Лепетито! Совсем малюсик. Так. Мой ноготь больше. Естественно, этого грибочка. Ну типа кусты. Вот и вот ты можешь, ну да. Учишься всякие, да? Ага. А вон смотри, вот ты. Да. О, боже, я хоть не на гриб наступила. Кости гриба просто. И все. Подожди. Я еще этих мощных не сняла. Просто семейство грибов. Вот как можно быть таким здравым парнем? Просто это пирожок. И вот, там вдали фокус будет. Ну что, в общем, да, грибов не видели, что ли? Вот все вы видели. Так, ситуация. Вот люди стоят. Да что же эта банка мне в руках? Люди стоят вот здесь. И они кидают. Докинуть должны. Вот. И я не вижу башенку, куда они кидают. Куда? Ой, где? Я не вижу ее просто из-за деревьев. Я не... О май гад. Ну я это сняла. Они в дерево. А, вот. Все, да. Мне видно. Пока. Они вот эту вот желтую кидают. Они стояли далеко. Молодцы, ребята, вообще, я, конечно. Excited. Я не думаю, что ребята давали согласие на съемку, но одним глазком. Они покидали и идут забирать. Я думал, а, нет, вот они стали приблизительно туда, где они пали. А, где они упали, они берут с того места и кидают? Да. Я думала, девочка будет бросать сейчас. Он там из-за дерева сейчас будет бросать. Холи-моли. Видишь, у них все рюкзаки. Вон, смотри, еще один кидает. Ну, почти. Ага. Ну, здорово, конечно. А вон, смотри, белый прячется. Белый грибочек. Я не поняла, это про грибы мы снимаем, про фрисби? Кто-то наступил. Ну, грибов прям вообще класс.